Смотрите, какая прелесть. Сегодня дождь капал, я в кроссовках, в шекерсах Kurt London, в брючках Massimo Dutti, в куртке кожаной, в футболке Lagerfeld с логотипом и сумка спортивная. Постараюсь забежать обязательно в магазин. Девчонки, опять французы орут и забастуют. Боже мой. Это что-то с чем-то. Постоянно орут, постоянно ругаются, всегда недовольны. А я радуюсь жизни. И благодарю Бога. Еще они орут возле Карлотта отеля. Чего ж орут-то? Девчонки, я поняла, почему они орут, потому что убили президента Аити, там связано Аити, Сабри, Лонко. Вот они орут, как что-то им не нравится, они начинают орать. Вот, девчонки, посмотрите, новые сумочки Miu Miu. Совершенно новая коллекция. Вот эти плетенка, они прошлого года, прошлого сезона. А вот новые пришли. Посмотрите, рюкзачки. Совершенно новые рюкзачки. Снимать нельзя. Можно делать фотки, но я улыбнулась хозяйке, продавщице магазина. И сказала, что мне очень нравится. Разрешите снять, она разрешила. Смотрите, Miu Miu. Модели. Смотрите, выход вечерний в театр. Смотрите, смешано. Пиджак с белыми джинсами. Джинс. Вот, пожалуйста, Лиза, это для вас. Вы королева. Смотрите, как красиво. Бижу. Бижу Miu Miu. Неплохо. Ну, ничего так. Можно посмотреть. Вот новая коллекция Miu Miu. На пляж. Очки. Смотрите, сумочки маленькие. Ну, сумки мне не очень как-то. Вот. Пиджачки. Посмотрим. Здесь белые брюки, джинсы. Это джинсы или нет? Да, это джинс. А вот, смотрите, классный какой. Классный какой. Набор: пиджак розовый, брюки и шикарный, просто шикарный. Мне они очень нравятся. Miu Miu, босоножки. Цены нету. Девчонки, босоножки оригинально шикарные. С этим костюмом просто обалдеть. Очень красиво. Мне очень нравится. Это вечернее Miu Miu на вечернее. Все. Парфюм Miu Miu. Сумки вечерние Miu Miu. И здесь прет-а-порте Miu Miu.
Не знаю, обувь я пока... А, есть там небольшая обувь. Да, прет-а-порте. Вот смотрите, прет-а-порте оригинально тоже. Посмотрите, вот этот стиль, кружевной воротник. Вот в этом году сейчас модно. Миу-миу, красивая. Вот это мне очень нравится. Посмотрим цену. 590. 590. Кардиган. Я заскочила быстро, девчонки, потому что у меня столько дел сегодня в субботу. Посмотрите. Туфельки Миу-Миу. Шлепки. Босоножки. Шекерсы. Не, я предпочитаю шекерсы Александр Маквин. Вторую пару я уже купила. Я взяла недорого. Они стоят 450. Я взяла дешевле. Вот Миу-Миу, шекерсы. Для модниц. Кому нравится. Теперь... Бонжур, мадам. Вечерние, тоже вечерние. Смотрите, стиль. Балерин. Неплохие. Ну, очень много бижу. Давайте посмотрим цену. 530. 530, девчонки. Вот мы находимся на втором этаже, девчонки, прет-а-порте Миу-Миу. В основном, посмотрите, ассоциации джинсовой материи. Посмотрите, рубашка. Классический строгий пиджак черный. Вот прекрасная кофточка. Чудо, чудо, чудо. Это, конечно, шикардос. А, девчонки, посмотрите. Какой шикардос, а? Сумочка плетеная, как кабас, мне сказала продавщица, стоит 1600 евро. Вот это новые, которые вышли сейчас недавно. Очень много блесток. Джинсы, шлепки, сумки. А, это просто шикарно. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Такое чудо, посмотрите, красиво. А? Все это прет-а-порте. Не знаю, надо посмотреть цену. Давайте посмотрим. Фу, мне нужно бежать по делам. Но я заскочила посмотреть. 2650 это платье стоит. 2650. А? Посмотрите, какая прелесть. Неплохо. Туфли Миу-Миу стиль бэби. Вот эти опять воротнички такие кружевные. Пиджак. Ну все, прет-а-порте. Что-то смешано как-то с Шанелью. У меня такое ощущение, нет. Стиль Шанели. Очень красиво. Смотрите. Много блесток, конечно. Очень много блесток. Бусинки, блески. Прям, я не знаю. Это, конечно, женщина, я думаю, в 45 такое не оденет. 50. Хотя это платье на худенькую женщину просто великолепно будет смотреться на каблуках. Вот босоножки, которые мне понравились. Юбка. И здесь цветочные, цветочные аспекты. Посмотрите, вышивка сделана все руками. Просто это чудо. Девчонки, посмотрите на это произведение искусств. О-ля-ля. Просто слов нет. Я не критик моды. Я не могу говорить, как другие блогеры. Я не блогер. Меня попросили показать. Мне самой интересно. Я забежала и показала. Но действительно, вот эта вышивка, это ручная работа, это сделано. Это платье стоит где-то, наверное, сейчас мы посмотрим. 8 тысяч.
8900, девочки, это платье стоит. 8900. Неплохо? Так. Ну и здесь джинсовый вариант Miu Miu. Сейчас в сезоне пошел джинс белый. Очень много белого. Кружева. Белая и блестящие вот эти пуговицы. Ну, конечно, шикарно. Вот я в одном из дорогих магазинов Miu Miu Prêt-à-Porter. Не в самом центре. Их три магазина в Париже. Но я вот в одном из них сбежала. Вот я показала, Лиза, посмотрите. Так как вы леди, как раз вам подошло бы все это купить. Здесь все марки. Бальмана нету. Шанель, Диор, Бэби Диор.